Миша, вот ты знаешь, кто всегда в моде? Доллары, белорусский трикотаж, что еще? Нет, в моде всегда блондинки. А, ну с этим я полностью согласен. Наш коллега Артем Албул даже провел собственное исследование. Друзья, внимание на экран. Друзья, сегодня мы с вами поговорим о блондинках необыкновенных, или на латыни Blondius Selfius. Ареал обитания блондинок – это винтажное кафе, дешевые ресторанчики и, конечно же, ночные клубы. Об этих и других особенностях блондинок вы узнаете прямо сейчас. Блондинки – признанные мастера маскировки. Но единственной проблемой является то, что у всех у них одинаковая система маскировки, поэтому их иногда сложно отличить друг от друга. Вопреки всеобщим заблуждениям, у блондинок отличная память – от 16 до 64 гигабайт. И они могут запечатлеть все яркие моменты своей жизни, фигурально выражаясь в своей ленте Инстаграма. Блондинки всегда пытаются расширить ареал своего обитания и могут даже захватить мир. Но им противодействуют их главные соперники по пищевой цепочке – брюнетки и рыжие, которые усиленно контролируют популяцию блондинок. В особых случаях блондинки могут нападать первыми. Зачастую блондинки нападают на тех представителей подвида мужчин, которые стали представителями вида кобелей, козлов и баранов. Да вот о чем подумала. Друзья, нам несказанно повезло. Только что мы с вами стали свидетелями редчайшего и уникального явления – мысли блондинки. И как говорит один из самых известных исследователей блондинок Михаил Рябоконь, не все то блондинка, что блестит, а нет. Все. Эй, челочка! Друзья, при малейшей опасности блондинки пытаются спрятаться в норку. И мы сейчас имеем в виду как место жительства, так и брендовую шубку. Друзья, но чаще всего блондинки просто уходят в себя. Дорогие натуралисты и любители блондинок. Блондинки, как и большинство представительниц подвида женщины, каждый сезон сбрасывают кожу. Особенно это касается тех случаев, когда кожа вышла из моды. А сейчас мы с вами отважимся на экстремальный поступок и попытаемся войти с блондинкой в контакт. Привет, Чика! Может, я возьму твой номер телефона? Чего, б***ь? Ты себя видел? Друзья, нам немного не повезло, потому что мы попали на брачный период. А у блондинок брачный период длится с 19 до 52 лет. Друзья, а на самом деле блондинки очень милый и дружелюбный вид, без которых наша жизнь не была бы такая яркая.